Добрый день! Сегодня хотела бы поговорить про гидроси, гидроплазму с витамином С. Как же гидроплазма с витамином С действует на наш организм? Очень благоприятно действует, потому что когда мы брызгаем под язычок витамин С, то запускается механизм распознавания витаминов в тех продуктах, которые мы употребляем. Как бы витамин отбирает этот из продуктов и усваивает. И мы уже ощущаем не так сильно витаминоз. Ну, конкретно вот на себе, как бы, иногда бывает так, что когда мы чистим зубки, у нас кровоточит десна. Например, у меня вот такая проблемка была, да, недавно совершенно. И я как бы приобрела этот продукт и начала активно брызгать на десна, на зубки. И в результате кровотечение десен прекратилось. То есть я делаю вывод, что гидроплазма с витамином С благоприятно действует на зубки, на десны и таким образом укрепляет наше здоровье. Спасибо за внимание.